Артистка исполняет главную роль в провокационном спектакле «Леди Макбет» Мценского уезда в театре имени Ермоловой. Некоторые зрители настолько удивлены откровенностью постановки, что не скупятся на бранные слова в адрес Кристины Асмус. Около 3 лет назад Кристина Асмус уже была в центре скандала, когда очень уж правдоподобно сыграла интимную сцену с Иваном Янковским в фильме «Текст». Теперь же некоторые критикуют ее за пошлость в постановке «Леди Макбет» Мценского уезда. Кристина не стесняется откровенных сцен, чем заслужила смачный выкрик «Шалава с соседнего кресла», поделилась впечатлениями одна из зрительниц спектакля. Сама Асмус с юмором отреагировала на данное сообщение, подчеркнув, что всю себя отдает работе. «Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», — посмеялась она. Напомним, недавно артистка снова дала повод заговорить о своей личной жизни, признавшись, что вынуждена жить под одной крышей с экс-супругом Гариком Харламовым. По словам 34-летней Асмус, резидент Comedy Club не спешит продавать особняк в Московской области и приобретать им с дочерью отдельное жилье. На эти слова Кристины довольно резко отреагировала мама шоумена Наталья. Женщина пристыдила бывшую невестку за публичное обсуждение семейных проблем.